Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вот получила посылочку с Волгограда. Здесь два растения. И хотела открыть ее вместе с вами. Вот она, посмотрите, как утеплена эта посылочка. Вот. Сейчас попытаюсь ее открыть. Маленько, ой, пошумлю наверх. Вот, смотрите, я хотела просто показать, как закрывают, запечатывают вот эти вот. Сама не знала. Так, я тут ищу, вот она. Ждала, холодно везде было, ну вот, дождалась наконец-то, отправили мне ее. Так вот, так вот, не буду тут все сильно-то. Так, достанем ее отсюда, вот так вот, видите, утеплена была, и вот такая коробочка. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим долгожданные мои цветочки. Ой, смотрите, еще тут тоже, ой, как все хорошо упаковано, все отлично, все, какой вот мех тут. И вот так вот два цветочка лежит. Смотрите, как хорошо утеплена, потому что, да, я даже не знаю, где холодно, где как. С Волгограда до Омска очень, так скажем, далековато, и везде у кого снег, девочки говорят, у кого холод. Ну вот, утеплили мне ее. И посмотрим, как она доехала. Две бумажки. Вот. Прилепните. Еще газетка, еще бумажка. Да вот. Это Сингониум Red Sport Tricolor. Смотрите, какой красавчик. Угу. Стаканчик вот такой. Тут, наверное, 300 грамм, не 200. Этот стаканчик даже. Очень красивый. Так, хорошо. Все замечательно. Другую посылочку. Другую растюшку откроем. Так, отодвину. Так, неудобно. Открывать никак не могу успокоиться. Все что-нибудь мне и надо, то все надо. Вот неугомонные, а? Цветочницы, все нам надо, все мы хотим. Так, тоже бумажка двойная. Вот, посмотрите, какая красавица. Это бегония Массаниана Монтейн, по-моему. Вот такая вот красавица. Это природничек. Большая, красивая. Вот такие вот лезут малышки, листики.
такая вот. Вот такая у меня сегодня посылочка, распаковочка. Цветочки не дешевые, так скажем. Поэтому только два. Хочется что-нибудь такое необычное. Поэтому вот так вот называется. Посмотрите. Так, почитайте. Так. Вот. Вот такие вот у меня две растюшечки пришли. Я такая довольная, аж не могу. Кое-как дождалась, пока распечатаю. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо, что заглянули ко мне на каналчик. Ставьте, девочки, пальчики вверх, пишите что-нибудь. Всем пока-пока. До скорых встреч.